надеюсь, что она уже готова. Она готова. Замечательно. В таком случае, следующая на эту сцену и будет не просто вокалистка, она еще и известный блогер. Она артистка театра. Дамы и господа, вокалист года Ясмин Элиф Каждемир. Ваши аплодисменты. Я мечтаю раз проснуться, посмотреть на солнце.
сейчас встречаете яркую вокалистку Екатерина Головко, а помогает ей танцовщицей Дора Дэнс Скул.